Здорово. Я тут смотрю, камбэк Израиль, короче, вам зашел. Вот, ну и я не буду затягивать. И решил сразу же сходу для утверждения результата, так скажем, выложить еще одну карточку. Но она отличается. В этот раз мы запустились не с фулдоном, а с варбаксовыми стволами. Пистолеты в том числе, кстати. Ну, а как это было, вы сейчас все сами увидите и посмотрите. Потому что сами просили без спойлеров. Так что, получайте. Чувак, хочешь много дедата на новичка? Тогда слушай. Для начала идем на сайт Mail.ru и регаем новую почту. А потом переходишь по любой из ссылок в описании. По первой ссылке ты получишь любое оружие из серии Якудза. Рекомендую тебе Crazy Horse. По второй ссылке ты получишь боевое снаряжение на 30 дней и пулемет, который не нужно чинить. Для ПВЕ это конфетка. Пушки Неон и Випку ты получишь по третьей ссылке в описании. Ну а четвертая это платиновый кейс с кучей разных крутых пушек. Ну а после 11 ранга тебе предложат купить золотые пушки. Ну или вовсе Крис и АК Альфа. Ну а на сайте игры ты можешь просто привязать телефон и получить випку на 7 дней. Регайся прямо сейчас, иди уже, разноси всех. Надо сразу начать играть по страту. Давай. Я пойду в рукав под единицу, буду слушать центр вверх. Просто один, типа, двое в один рукав, один в другой рукав. Я в единицу рукав. Я в рукав единицу, все, поехали. Снайпер, медик, пацан. Забил, да я сейчас... Они ставят два уже. Хая, закидывай. Бомба установлена. Ах ты! Тут чел вышел. Хорош. Меня можно их вверх пробовать. Побыстрее. Давай, давай, давай. Потом, слушай, иди в рукав вместе со мной. Вон там еще. Вышел. Пошли, пошли, пошли в рукав играть вместе. Горка. Потерпите, ребят. Потерпите. Снап, работяга, мет на где малый. Тебя смотрит медиум. Слева. Хорош. Если ты там умираешь, то они резают. Я понимаю, поэтому я нужно выиграть. Кишки на двойке. Наш верх есть. Заходите в единицу. Заходите в единицу, все, вот он дали. У них их трое осталось. А почему у них не все? Нет у меня. Вы убиваете ее? Нет, он тут. Команда врага уничтожена. А ну надо идти в рукав скорее. Чего тоже с урбаксом не касаюсь. Есть, лоха в кишке. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Зашел. Установить успел. Бомбу возле одного ну, раунда. Какой же раунд, так по двойку идем. Давай. Ой, лол, я лох, сори. Там есть на зеленке. Не риснешь, не риснешь. Кидаю гранату. Просто жди. Минус зеленый. Пошли стянемся назад еще. А, ребят, вам бы центр. Рукав почекайте. Блять, покинули. Рукав смотри. Почекайте, посадите меня наверх. А, он вышел, может сейчас сказать. Минус иду, вверх. Иду. Я вам дал дым, короче. У вас рукав поджали есть еще. Рукав поджал снайпер. Я под рукав не пойду. Дай мне брони, иди наверх. Не-не, не надо уже, не надо. Тихо, тихо. На их легко смотри. Ну понятно. Слышу. Убил. Хорошо. Поедаю, право. Пойдем убьем его вместе. Пойдем под зеленым. Под зеленым. Убил, еще мне тут. Найс. Хорошо, ребят. Ты его вот они у меня все. Наверх. Вверх захожу к ним. Реально хорош. Угол. 90 это. Братка, пошли через это. Пошли на это. Все, не спешите, не спешите их убивать. Их нет меда. Найс. Там... Мы уничтожили отряд врага. Там есть, есть. Это два. Пацаны, я иду. Терпите. Возьми эту пирамиду. Слушай, мне нужно, чтобы рука взял, да? Кидаю гранату! Работяга. Зарежь его, пожалуйста. Не-не, возьмите тот выход-то, алё. Сори, сори, сори. Я взял оба. Вверх. Он наш респа, кажется. Надо идти, он здесь. Не надо равно. Бежать за ним, пожалуйста. Рынок. Он со мной бежит, помогите, блядь. Костный, никак здесь кидал. Ну давай, еще распекаешься. Давай. Слева. Мы победили.
два слабка. Пошли на два слабка. Просто врашиваем здесь. Без кишки. Работяга будет зига. Я на зиге кто-то прокатывается сразу, да. На себя байте, я на снайпер захожу с тобой. Их перс на трех. Сейчас на пол такой вверх. Ну что, надо зайти поставить? Да, 5 минут. Поехали. Миш, не хочешь риску продавить, Миси? Пойдем. Флешку дал тебе. Резко. Двое там. Я резко. Ой. Трое наверху. Трое наверху. Не спешите. Кишка твоя. Еще кишка. Хорошо. Умелось. Сразу их в две спе. Думри! Я два раза у него прыгнул, он умер. Он здесь на ящике. Нарежьте. Давай, хорош! Красивое завершение, красивое. Но только на самом деле это не так уж и было сочно. Ну, конечно, блин, да, с одной стороны, не каждый сможет там с варбах пухами там выиграть челов с этими крысами и не крысами, но с другой стороны, у них два раунда чела не было, или три даже. Неважно. Ну, хотя на лане тоже бывает так, что типа чел вылетает, и, ну, не на лане, а на битвах за лан-финал. Тоже так же бывает, что чел вылетает, и все такие, о, пошли давить их, пока их 4. Ну, блин, ну, не знаю. Как по мне, мы не давили. Как по мне, это нечестно победа. Пошли на пистах, короче. Он, по-моему, его один раунд не было, нет? Я, короче, гов на пистах. Больше его не было. У меня не было 3 раунда. Ну, раз прошлый камбэк с фулдоном мы смогли записать с третьей попытки, то этот мы записали со второй. Ну, опять же, повторюсь, для меня эта победа нечестная. Давайте, в общем, топите в комменты, если хотите, чтобы мы перезаписали.